Всем привет, ребята! Сегодня я вам покажу, как правильно надо установить античит от Андрея. Именно в самом Майнкрафте, как правильно его сделать. Создаем наш новый мир. Назовем его, к примеру, проверка. После этого убираем распространение огня и детонацию динамита, потому что, ну, чтобы вам не взорвали сервер. Это очень важно. Но еще важнее сделать вот это. Включить все эксперименты, абсолютно все. Вот это. Все эксперименты надо включить. После этого включаем читы. И Education Edition. Потом заходим в набор ресурсов. Нажимаем на вот эту кнопочку, галочку. Вот видите, вот здесь. Это очень важно. И устанавливаем сам ресурс пак. После этого заходим в наборы параметров. Сюда. И нажимаем на параметр. Вот этот вот. Такой же. Ну, этот аддон. Античит. После этого что делаем? Да ничего, в принципе. Просто запускаем мир. Что делаем дальше? Дальше надо сделать два командных блока, в которых надо будет вписать две команды. Их сейчас отдельно покажу вам. Если что, все команды будут в описании. Античит не мой. Он, ну, короче, ссылку на оригинал я оставлю тоже в описании. И ссылку на сам античит тоже я поставлю в описании. Этот античит, я скажу вам, доработал, я убрал кое-какую фигню. Ну, некоторые сами, наверное, поймут, какую. Но я не буду вам говорить, какую. Извините, я не могу. Вот такие вот пироги. О, нифига, мы в мезе. Так, ладно, неважно. Теперь выдаем себе креатив. Чтобы было удобнее все это проворачивать. После этого выдаем себе командный блок. Ой, не-не-не. Сначала опишиваем вот такую команду. Сейчас давайте вот так сделаю, чтобы мне было удобнее. Дробь. Функцион. Help. Дробь. Функцион. Help. Дальше прожимаем вот эту кнопочку. Сейчас оно должно появиться здесь. Слева о том, что античит включен. Вот, отлично. Тут нам говорят, что можно сделать. Ну, сейчас мы это сделаем, только сделаем чуть побольше, чем там сказано. Берем, выдаем себе командный блок. Я предпочитаю делать таким образом. Вместо своего никнейма пишите вот эту вот собака пи. То есть дроп гиф, собака пи, команд блок. Так вы сэкономите свое время. Ставим командный блок. Заходим в него и пишем... ставим, во-первых, цикл. Во-вторых, ставим работает всегда. Ну, вот это все меняем на такие вот. Теперь что пишем? Дроп. Функцион. Assets. Дробь. Main. Дробь. AG. Вот так вот. После этого выходим с командного блока. Ставим второй командный блок. Опять делаем то же самое. Цикл работает всегда. Только пишем уже другую команду. Дробь функцион. Assets. Main. И вместо AG пишем containers. 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 Ой, вот так вот, извините. Вместо E пишем A. Вот видите, здесь как написано. Containers. Теперь тоже уходим.
это все, что показал сам Андрей, то есть, то бишь, создатель Антищита. Но я вам покажу немножко больше, что можно сделать. Это, во-первых, сделаем, ну, прогрузку чанков. Он-то не показал, как делать. Но прикол в том, что если мы отлетим далеко от командных блоков, там перестанет загружаться мир. Прогружаться, вот видите, перестанет прогружаться потихоньку. Из-за этого командные блоки перестанут работать. Что мы делаем, чтобы это избежать? Ставим сюда. Заходим в чат. Пишем дробь. Тикингарея. Тикингарея. Add. Circle. Три тильды вот таких вот. Пробел, это важно. Вот здесь пробел. 4. Больше 4 нельзя поставить. То есть это 4 чанка в ту сторону, 4 чанка в ту сторону, 4 чанка в ту сторону и в ту. Ну, это не важно. Самое главное, что вы такое сделали, и теперь у вас будут эти командные блоки прогружаться всегда. Будет здесь бесконечная прогрузка. Это он не показывал. Это я так вам покажу. И теперь что еще? Это я вам говорю уже не к античиту, а просто вообще, чтобы вам, ну, в мире глаза не мозолились. Дело в том, что от некоторых командных блоков идет вот здесь вот, в углу экрана, спам от них. Теперь я вам покажу, как его решить. Вписываем первую команду. Дробь. Game rule. То бишь правило игровое. Command block output. False. False значит, что отключить. Теперь нажимаем продолжить. Ну, отправить сообщение команду. Теперь пишем подобное сообщение, но не похоже. Ну, похожее сообщение, но не такое же. Опять пишем game rule. Game rule. Но вместо command block output пишем send command feedback. Вот здесь. Ой-ой-ой. Вот, send command feedback. И также пишем false, чтобы отключить. Все. Теперь у нас все готово. И может спокойно играть, наслаждаться. Опять, как же я говорю, все будет в описании. Всякие ссылки и команды. Чтобы вы могли их тоже рассмотреть поближе. Может скопировать. Короче, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.